первый, это второй. Это Луна, ты отлично, прием. Это Луна, все в порядке. Собрал образец и возвращаюсь на Землю. Дождитесь меня с чайком и печеньками. Ну ладно, просто чайком, печенье мне нельзя. Так, доложил. Дохлый Джо. Кошка, у меня для вас очень плохие новости. После аварии у вас обнаружили свинку. Что? Свинку? Не надо! Не хочу быть свиньей! Не волнуйтесь, мы нашли лекарство, которое поможет вам в этом спастись. Не хочу. Да ладно, это лекарство поможет. Вот оно. Не подходи ко мне, не подходи. Здесь нечего бояться, обычный шприц. Смотрите. Все. Как укололо. Алло, кошка, с вами все в порядке? Я уверен. Простите, кто? Это типа ты монстр из другого мира? Это значит... Заткнись. Мы посмотрим, какой ты на самом деле. Город Нижняя Москва. Стойте, но у меня уже есть одно важное дело. Чего? Ну да, я должен был зайти со своим другом в ресторане. Он там ждет. Меня с собой вместе погулять. Хорошо. Только немного. А потом ко мне. Окей. Не бойся, я уверен, что он скоро будет. Здравствуйте, кошка. Что будете заказывать? Алло, вы глухие? Вы не слышите? Я спрашиваю, что будете заказывать? Заказывать еду. Еду заказывать. Вы будете заказывать еду? Вы глухие? Еда. Мы подсел с отбором, воскрешная сука. Света мелкая тварь не вернется. Он придет, не перезывай. Привет, кошка. Как я рад тебя видеть. Тебе цветочек. Ого, это... Самый бесполезный подарок, который можно подарить на первом свидании. Клопа цветок. Самое милое, что я когда-либо видела. Какой красивый. Спасибо. Все такой отвратительный подарок. Кошка, я так давно хотел пригласить тебя на свидание, что в первую очередь у меня это получилось. А вот это расклопочка такая шлюп. У тебя осталось 3 часа, чтобы услышать, как твои бесполезные вязканья. Твои бесполезные любовь. Смотри, я все это купил специально для тебя. Нравится? Ну, может, я не дослала. Похоже,
похоже, ты немножко проголодалась. Сидя до 3 часа. Завтраки, Лизавина. Ты меня уже достал. Отличное свидание! Я такого никогда не видела. Я тоже... Я молчу! Сука!